Уловите, человек обгоняет колесницу. Человек бежит быстрее транспорта, который ведут лошади. По-человечески это невозможно. Но Илия двигался в пророческом времени. Пойми, пророческая церковь, церковь пророческая и апостольская, всегда будет двигаться впереди движения Божьего. И всегда будет провозглашать следующее движение Бога, в то время как церковь застряла на старом движении Бога. Поэтому ты будешь делать то, что Бог призвал тебя делать до того, как это станет модным. И ко времени, когда остальное тело Христово догонит тебя там, где ты есть, ты уже перешел в следующее движение Божье. Это отчаянное дело. Потому что, когда ты пионер, и ты прокладываешь тропу Божьему движению, нет кассет или книг, которые можно было бы почитать. Поэтому ты не можешь пропустить ни одного воскресения. Потому что ты никогда не знаешь, когда придет божественное ведение в этот дом. В пророческой церкви можно пропустить одно воскресенье, и весь дух церкви меняется в одном послании. Одна истина, одно откровение. Поэтому ты должен быть ответственен за то, что Бог говорит, если ты действительно веришь, что это говорит Бог. И поэтому, когда ты движешься в пророческом, ты всегда будешь видеть, что ты делаешь то, что делает Бог, или движешься на следующий уровень. Пойми, время — это элемент нашего воображения. Физики уже даже не используют слово «время». Они используют термин «пространственно-временной континуум», потому что время — это лишь то, что... Это лишь то, что мы вообразили о нем. Для Бога время — это ничто. Потому что Бог не ограничен временем, потому что Бог вездесущий. Если сказать вам правду, нет такого понятия, как движение Божье. Если уж говорить правду. Потому что Бог никогда не двигался. Позвольте мне показать. Я стою здесь. Теперь я стою здесь. Для того, чтобы мне отсюда стать здесь, я должен двинуться. Это означает, что я должен перестать быть на одном месте, чтобы оказаться в другом. Это значит, что я должен перестать быть там, чтобы быть здесь. И я могу перестать быть там, чтобы быть здесь. И там по-прежнему существует. Но если Бог перестанет быть там, чтобы быть здесь, там перестанет существовать. Потому что само существование там основано на том, что там есть Бог. Вы со мной? Поэтому, когда я говорю, что Бог движется, Бог на самом деле не двинулся. Я двинулся в Боге. И увидел что-то в Боге, чего я не видел ранее. Это всегда было, но это Бог начал двигать меня. И причина, почему мы хотим, чтобы Бог двигался, в том, что мы слишком ленивы, чтобы двигаться туда, где Бог хочет видеть нас. Поэтому Бог говорит, я не подвинусь. Но есть сфера во мне, которую ты еще не ощутил. Поэтому тебе нужно двинуться туда, где я есть. Вы слушаете меня? Итак, мы переходим из долины существования в долину. И вот именно поэтому я всегда задавался вопросом, как мы можем возвеличивать Бога? Поклонение, о, возвеличьте Бога. Как мы можем сделать Бога больше, когда у Него нет измерений? Как ты можешь увеличить Бога, когда нет размеров Его сущности? Ты не можешь сделать Бога больше, если нет Ему измерения. Ранние матери раньше пели это так. Он настолько высок, не перепрыгнешь его, настолько глубок, не подкопаешь под него, настолько широк, что не обойдешь, придется входить в дверь. И так он настолько велик. Но потом я вспомнил, как я могу увеличить Бога. Я вспомнил основы биологии. Увеличение не изменяет предмет, на который ты смотришь. Когда ты увеличиваешь что-то, ты не изменяешь того, на что ты смотришь. Но что изменяется, так это то, как ты воспринимаешь то, на что ты смотришь. Поэтому, когда Библия говорит, о, возвеличьте Господа со мной, это означает, я вижу что-то в Боге, чего не видел раньше. Оно всегда там было, но он позволяет мне увидеть мимолетно это. Услышь меня, Ньюберст, вы близки к тому, чтобы войти в места, которые всегда были в духовных сферах. И Бог упрашивал о ком-то, кто был бы достаточно отважен войти туда, куда боятся войти ангелы. Кто войдет в места, о которых они никогда и не мечтали. И поэтому нам нужно помазание Илии, которое будет бежать впереди всех. Они не будут пытаться ходить в движении Божьем, они будут впереди движения. Они будут опережать его и сегодня видеть, что Бог делает завтра. Его называют вездесущим, он везде одновременно. Пространственно-временной континуум, Бог везде. Именно поэтому единственное настоящее время — это сейчас. Единственное вечное время — это сейчас. Твое будущее, пойми, вот в чем проблема. Мы думаем, что вечность — это там. Вечность не может быть там. Потому что там неизбежно станет вон там. Твое будущее неизбежно станет чьим-то прошлым. Я докажу это вам. 11-10 секунд моего времени. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 секунд моего будущего только что стали моим прошлым. Если это верно для 10 секунд, это верно для 10 лет. Если это верно для 10 лет, это верно для 1000 лет. Верно для 1000 лет, верно для 10 тысяч лет. Твое будущее неизбежно будет чьим-то прошлым. Итак, если мое будущее не вечно, тогда что же вечно?
Сейчас, смотри, я докажу тебе. Что это за время сейчас? Смотри, 10 секунд моего будущего. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Что это за время? Сейчас. Через 10 лет от сейчас будет сейчас. 1000 лет от сейчас будет сейчас. 10 000 лет от сейчас будет сейчас. Пойми, сейчас ты не можешь описать его. Если ты сфотографируешь сейчас, к моменту, пока ты распечатаешь фото, это уже будет тогда. Если ты попробуешь описать его, к моменту, пока слова выйдут из твоих уст, это уже будет тогда. Сейчас это не что-то, что ты можешь... Итак, только сейчас верно, потому что всегда будет сейчас. Именно поэтому вера работает только сейчас. Сейчас вера есть осуществление ожидаемого. Сейчас вы уже сыны Божьи. Ибо время настанет, и сейчас уже. Это вроде противоречие. Оно настанет или сейчас уже? Все зависит от твоего восприятия. Оно настанет для тех из вас, кто может ждать этого, но для тех из вас, кто вышел из времени в вечность, то, чего вы ждете, другие получают сейчас уже. Пока другие ждут благословения, ты получаешь благословение. Выходя отсюда, ты не пытаешься стать богатым, ты выходишь отсюда богатым. Ты не выходишь отсюда, пытаясь вылечиться, ты выходишь отсюда вылечившись. В этом проблема с учением «верю, что получу». До той поры, пока я верю, что получу, я буду отодвигать мое нынешнее ощущение на будущую дату. И до той поры, пока я верю, что получу, я не получу этого, потому что если ты спросишь меня, как ты получил это, ну я все еще верю, что получу это, значит, я только что снова отодвинул это от меня. Я не верю, что получу, я верю из того, что уже получил, не о том, что я буду иметь. Я уже получил, но оно еще не воплотилось пока. Однако, если это верно в будущем, это верно и в прошлом. Держите со мной секунду, я должен добраться до Илии, но я хочу дать вам понять кое-что восхитительное. Если это верно в будущем, это также верно в прошлом. Опять же, Мар Монидис, один из ведущих исследователей иврита, говорит, что Бог должен обитать во всех временах одновременно, иначе, если Бог прекращает быть в любом времени, то время перестает быть, и все времена, основанные на том времени, будут отсоединены. Я потерял вас. Хорошо, давайте делаем это настолько простым, что без помощника не заблудишься. В первый день Бог сказал, да будет свет. Бог движется во второй день и разделяет воду верхней от вод нижних. Если бы Бог передвинул все свое естество во второй день, свет, который был создан в первом дне, прекратил бы быть. Когда Бог движется во второй день и разделяет твердь небесную от твердь земной, Он по-прежнему в первом дне говорит, да будет свет. Когда Он подходит к третьему дню и создает светила большие и малые на небе, Он по-прежнему во втором дне разделяет твердь небесную от твердь земной, по-прежнему в дне первом, говоря, да будет свет. К моменту, когда он приходит в четвертый день и создает растительную жизнь на земле, он по-прежнему в третьем дне создавая светила большие и малые на небе, во втором дне разделяет верхний свет на твердь земной, по-прежнему в первом дне, говоря, да будет свет. К моменту, когда он добирается до пятого дня, создавая рыбу в море, птиц в небе, зверей на земле, он все еще в четвертом дне создавая растительность, все еще в третьем дне создавая светила великие и малые, все еще во втором дне разделяет верхний свет на землю, все еще в первом дне, говоря, да будет свет. К моменту, когда он входит в шестой день, берет полную пригоршню грязи и создает его по образу своему, вдыхает в него и называет человеком. Он по-прежнему в пятом дне, творя рыбу в море, птиц в небе, зверей на земле. Он все еще в четвертом дне, насаждая растительность на земле. Все еще в третьем дне создает великие и малые светила. Все еще во втором дне разделяет свет верхнюю и нижнюю. Все еще в первом дне, говорят, да будет свет. К моменту, когда он в седьмом дне оглядывается на все, что он сотворил, и говорит, слышь, я круче всех, я выдающийся. Он все еще... В шестом дне, делая мужа по своему образу. Все еще в пятом дне, создавая рыб в море, птиц на небе, зверей на земле. Все еще в четвертом дне, насаждая растительность. Все еще в третьем дне, творя светило. Все еще во втором дне, разделяя твердь верхнюю и нижнюю. Все еще в первом дне, говоря, да будет свет. Какое нам вообще до этого дело? Такое. Если Бог все еще там. Если тебе поставили диагноз рак. Врачи могут вылечить лишь рак, который у тебя есть. Сейчас. Но рак, который у тебя есть сейчас, ты получил не сейчас. Он был генетически передан тебе от прапрапраотцов. Но они не могут вылечить твоих прапрапраотцов. Поэтому есть вероятность, что я могу справиться с твоим раком сегодня, но твои дети, вероятно, получат тот же ген. Но когда Бог исцеляет, Он может вернуться в твое прошлое. Найти первую мутировавшую клетку. Проговорить к той клетке. Так что не только ты исцелен от этого рака, но и все после тебя, они будут подвержены этой болезни. Поймите, пророческая церковь может функционировать во всех тех сферах, потому что она ведь одновременно. Ты не пытаешься пойти куда-то, именно поэтому тебе нечего беспокоиться о твоем прошлом. Бог может оказаться там и изменить его. Он может изменить твоего неполноценного деда. Он может изменить это, даже если он мертв и похоронен. Ты можешь избавиться от этой неполноценности и этого родового проклятия, потому что Бог по-прежнему там и одним словом своих уст.